Цены на 98-й бензин в Красноярске достигли исторического максимума. Сразу на рубль больше стали брать в сети автозаправок около 25 часов. Теперь литр 98-го здесь стоит 43 рубля. Предыдущий ценник держался 2 месяца. На других АЗС стоимость топлива пока не изменилась. Напомним, в прошлую пятницу цены на бензин сразу трех марок подняли на заправках «Газпромнефти».